Спроектировать и запустить уластный бизнес станет больше просто. У областного центра сегодня открыется стартап-школа «Гомель». Проект будет реализован на базе Центра бизнес-эдукации Белорусского гандлево-экономичного университета с поживецкой кооперацией. По задумке организаторов, стартап-школа станет своеобразной контактной пляцовкой. Тут будут собираться люди, зацікавленные в открытии своей справы. Так само у тренингах, майстер-классах и семинарах будут удельничать опытные бизнесмены и специалисты органов, с которыми непорывно связана деятельность каждого предпринимателя. Например, сотрудники податковых инспекций. Работа стартап-школы планируется на протяжении долгого периода времени, но в осенний-весенний период мы непосредственно планируем запускать интенсив, который будет проходить в форме некого подобия образовательных курсов, потому что все-таки интенсив предполагает практическую ориентацию, нежели просто прослушивание лекций.